будто что-то кусает мои ноги. Кто это за гниды, блин? О боже, как их много! Всем привет, меня зовут Ольга, и я живу в Бразилии. И сегодня мы в самом южном штате этой страны, Рио-Гранде-ду-Сул. Все штаты Бразилии не похожи друг на друга. Рио-Гранде-ду-Сул не похож на остальные еще больше. Во-первых, потому что здесь огромное количество блондинов. Они когда-то даже успели отвоевать независимость на несколько дней, но потом все равно пришлось вернуться в Бразилию. И здесь совершенно другие пляжи, в отличие от Северной Бразилии. Мне кажется, что я привыкну ко всему в Бразилии, но не привыкну к одному. Потому что зимой птицы летят на юг, летят на север. Ну все, настало мое время идти на пляж. Здесь, на юге Бразилии, пляжи нереально длинные. И самое главное, и мною долгожданное, с чистым, ничем не замутненным горизонтом. Песок нереально твердый. Для бразильцев в этом одни плюсы. Во-первых, потому что они бесконечно играют в футбол на пляже. А во-вторых, потому что под вечерок можно попробовать кайперини и начать кататься на машине по пляжу или на велосипеде, потому что почему нет? Я не хочу расстраивать маму, но вода ледяная, и я в нее не полезу. Я никогда в своей жизни еще не была так близко к Антарктике. И вот прямо сейчас довольно жарко, но ветер прямо из холодильника. Когда стоишь напротив огроменного необъятного океана, это очень приятное чувство. А! Какие-то водные клещи. А я-то думаю, почему никто на вот этой большой такой береговой линии никто у воды не валяется-то, а? Что это за уроды какие-то? И они прям щекотят мои ноги, знаете, как на этих процедурах, где женщины ноги опускают к рыбам в аквариум. Здесь это бесплатно. Я вижу их, о боже, как их много! Такие маленькие, и кто это за гниды, блин? А это их детки. Ядрёна ваш! Не трогайте мои ноги! Везде они, кажется, у меня просто до колена на всем теле. Я чувствую, как они по мне ползают. Ядрить! Ёпперасоте! Валите с моей ноги! Уходите с моей ноги! Посмотрите, оно рисует цифру 8. Оно пытается нам что-то сказать. Ай! Я ухожу. Не забудьте заглянуть в описание к этому видео и про мой инстаграм. Отдыхайте на наших курортах. Всем хорошей недели. Всем мои объятия.